Лев, у тебя был опыт выступления в Супер Ниндзя. Расскажи, пожалуйста, планируешь ли ты еще выступать на подобных соревнованиях? Да, опыт был. Собственно, я туда пошел в первую очередь ради интереса. Не сказать, что у меня там какие-то спортивные цели были или финансовые. Ну, просто время интересно провести, посмотреть, как телек снимается. В целом, я эти задачи выполнил, так что пока что серьезной мотивации нет. И тем более спорт пока что гораздо приоритетней, но как будет карьера заканчиваться, может быть, задумаюсь, но пока что планов таких нет. А есть ли какие-то плюшки у скалолазов? Потому что я знаю, что Станислав Кокорин разрабатывал трассы, может быть, он давал какие-то советы или все равны? Ну, я думаю, Стас честный человек, поэтому никаких там особых преимуществ скалолазам не было, инсайдов, но видно, что акцент при составлении трасс чуть-чуть в скалолазную сферу направлен, то есть в последних раундах почти постоянно были, ну, хотя бы одно испытание с зацепами скалолазными, и физически они были, ну, для всех достаточно простые, но за счет вот этих специфической нагрузки скалолазам они в разы проще давались, так что спасибо Стасу, то, что именно он состоитель.